Для конкурса дети читают стихи с сайта labyrinth.ru. Ефимова Дарья, 10 лет, город Екатеринбург, школа 85. Елена Владимировна, весна. Еще дома плавят печки, и поздно солнышко встает. Еще у нас по нашей речке спокойно ходит через лед. Еще к сараю за дровами не проберешься напрямик. И в садике под деревьями с метлою дремлет снеговик. Еще мы все тепло одеты, фуфайки, ватные штаны. А все-таки весны приметы во всем уже видны. И в том, как крыши потеплели, и как у солнца на виду капели, падая, запели, захлопотали, как в бреду. И вдруг дорога стала влажной, а валенки водой полны. И ветер нежный и протяжный повеял с южной стороны. А воробьи